Токи Ранер представляет SCP. Итак, новый день. Будем вести расследование. О, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Я буду работать. Любопытный компьютер. Итак, что там у нас есть? А что значит кнопка свободы? Стой, не нажимай туда! Ну, нажал и что? Нет! Ты освободил монстров! А чё в этом такого? Чё вы кричали? Ну, я нажал на кнопочку свободы. Ты чё, с ума сошёл? Да это же кнопка, которая освобождает монстров. Бед, мы все погибнем. Вы оба уволены. Хотя нет, вы должны найти их. А после этого я вас уволю. А почему мы должны ловить их, раз вы нас увольняете? А потому что я так сказал. Прекрасный ствол. Хотите испытать на себе? Вы бредите, что ли? Значит так, живо! Искать их! А я пока позову помощь. Всем привет, с вами детектив Войд. И сегодня я расскажу вам о SCP-998, пропавший самолет. Итак... Ту-ту! Блин, видео прервано, придется переснимать. Чё там? Итак, почитаем, что же мне там прислали. Ух ты, SCP освободили, просят о помощи. Итак, я лучший фехтовальщик Андрей. Сколько меня не убивай, все равно я не умру. Стопэ, а это еще кто такой? Прости, но моя сопля должна дотронуться до тебя. О-оу. Чё-то как-то голова кружится. Дурно, видно, стало. Старею. Хотя я не могу стареть. Эх, Андрей, я так и знал, что ты без меня ничего не можешь нифига сделать. Да нет, все нормально у меня. Я тут змейку победил. Как ты можешь победить змею? Ты ж никчемнейший болван. Понял. Точнее, ничего не понял. То есть понял, что ничего не понял. Андрей, дай свою саблю. Ну тогда в атаку. Стой, не надо. Это хороший перс. Блин, Андрей, тебе 18 лет. А ведешь себя как малолетка. Не можешь отличить хорошее от плохого. Ты чё? Мне не 18. Я родился в 1010 году. Или, ну не знаю точно, когда я родился, однако дар бессмертия приобрел в 1010 году. Благодаря Каяну Муфлину. Бьем! Он как бы Андрея защитил. Я щастил там пубу. Не тебе решать, что делать! Нет, уверен. Если ты сейчас же не закроешь свой рот, то я разрублю на части кое-кого, а точнее тебя. Нехорошо SCP убить. Погоди, детектив, а ты что, являешься объектом SCP? А ты про меня говорил? Ну, естественно! Ты, чел, ты дурак? Да может быть кто-то из вас хоть объяснит, что происходит, а то дебилы вроде вас ничего не могут сказать. Слышал, вы хотите узнать, что происходит?
Да блин, да! Для этого следуйте за мной. Итак, спасибо за то, что помогли найти объект SCP-999. Вот так. Так, расскажите, что происходит. Пройдемте за мной, сколько раз повторять. Так, роли озвучивали. Преступник, дядя Паша и Андрей Матоки Реннер. Илья Терехов, детектив Войт. До новых встреч.